Это только сейчас проехали по районам. Конечно, это вы благое дело делаете. Мы конечно. Выжили. Если бы вы брали другое дело, а вы нет, даете. Как давать? Мы сейчас вот даете. В этом году на 1 250 000 человек подарили. Угу. Почему? И у меня ответ один. Это мой народ, моя земля. Я для этого живу. Я начальник детского лагеря 40 лет, основателю, православному. Угу. Это тысячи детей. Ни рубля государство не дало. Вопрос уже детской бесперспективности был бы решен. Это надо просто понять, что такое вот в Боге жить. Вот 17 тысяч сел в России уничтожено. Мы взяли землю, конкретная территория, начали восстанавливать. Теперь церковь стоит, школа государственная, интернет, все как положено. Но только поселиться может что-то докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Uh-huh. Это основы православия были. Uh-huh. Я в краевой администрации сказал, говорю, так у нас тут ни одного такого нет. Я могу у вас поселиться. Я не пью, не курю, не курю. Вот так. Так, и одеты в юбки. Да, я одета в юбки, совершенно прекрасно. А то к нам. Но я часто в брюках хожу. Удобно. У нас тоже здесь был первый батюшка, отец Алексей, он всегда, он дома у нас часто бывал, и приходит, я раз одела, он: «Ольга, у тебя есть юбка?» Я говорю: «Есть, батюшка, мне так удобно, зато так удобно, знаете, в штанах». Слово «удобно» – это хорошее слово, но во Второзаконии 22.5 написано «мерзость перед Богом», когда женщина носит мужскую одежду, а мужчина – женскую. Нет, когда мужчина женскую носит, это понятно, я тоже понимаю, я только к этому отношусь. Да. Но когда женщина носит мужскую, мы не мужскую, мы женскую. Согласна, в бриджах все ходят. Я не знаю, как она называется. Это бриджи называется так. Это маленький, только маленькая часть. Вот я так от Полтаю попросили. Угу. Так это Полтаю? Нет, здесь и Республики. Я это тоже напишу для себя. Подождите. Не информацию. Это не запишите это. А вот алтайский. Это алтайская здесь. Знаете, какая осталась? Хорошо. А какие алтайские-то? Здесь нет алтайских. Вот они алтайские. Пожалуйста. Новоалтайском это наш. В той папке Новоалтайск, да, попал? Сейчас нужно, чтобы все подошли, обычно библиотекарь собирается, я дам краткое содержание. И у меня есть фотоаппарат. Фотоаппарат, можно я один кадр сделаю с вашего так, что нужно? Фотоаппарат есть у меня, можно один кадр? Можно, фотографировать нас. У нас открыто все. Дело в том, что она снятая фильм государственный. Можете хоть один фильм занял первое место в России, второй главный приз на международный. Это просто я уже... А, ну выкину с ним. Это уже... Нет, а это нам уже надо. Вот с Роской были. Я первый раз видел эту младшую дочь Шуршина, Ольга Васильевна. Она, знаете, это просто на видите. Она до того была печальна. Я говорю: «Оля, что это такая?» Она говорит: «Вот эти пляски, какое отношение имеет к папе? Церковь православная». Говорит: «А при чем она, когда папа был коммунист?» Когда я стал говорить, чем занимаемся, книги разложили, она подошла, так я столько лет ждала. Это то же самое, пробудить совесть, главное. А это что сейчас за деньги-то пришел человек и думает, что-то сделал, это же обман идет. Человек должен сердцем к Богу обратиться. А не просто... По принуждению или по велению чего-то моды какой-то. Или пишите все, как я нужен. Это мы проехали южным стороной, там вообще решаю. Сегодня в Бурле были. И нам нужно пораньше, а библиотека с 9. Ну мы куда обращаться? В полицию и в администрацию. Сунулись в полицию, а нет. А кто такие? А кто? Я им документы все показал. Ну, в библиотеку пошли, они уже созвонились. Мы только книги разложили, уголовный розыск. Майор. Ну, он как засел, как я ему начал рассказывать, так вышел первый друг, да сфотографировались. Он глаза не видал такой. Это Бог дал. Нет, вы понимаете, просто сейчас очень много едут и баптисты свою веру хотят обратить, и все, кто угодно. Правда? Да. И... Патриарх Алексий сказал, этот Кирилл, когда вернулся сейчас, говорит: «Духовное состояние нашей церкви, духовное развалины». Сектанты буквально весь Восток уже захватили. А я миссионер. В моем доме пришло столько сектантов, которые стали православными батюшками, от баптистов, адвентистов. А сейчас спрашивают, как это может быть? Никак это не сделать, это Бог делает. А я всего лишь его труба, сосуд. Это нельзя. Это Господь. Вот сейчас мы были... Так я книжку не положу. А, вы хотели взять? Нет, пока. Нет. Хватит. Вычеркнуть вам только нужно. Ага. Извините, молодой, я отойду. Здравствуйте, я уже иду. Если все показать, это больше 100. Огромный список. А кто вообще издавал? Люди не могут понять, зачем вам это нужно. Такие труды положить и бесплатно отдавать. Мой народ, моя земля.
Я понимаю, что перед Богом сеем, и оно может не принести плода, а может принести. Потому что сеющий, поливающий, написано ничто, все, Бог возвращающий. Это только часть, повторяю. Когда мы закончили первый круг, у нас осталось. Это север, там, сказать, юг. То есть по каждому по комплекту, да. Что у вас получается 38 экземпляров каждому по комплекту. Тоже относится к этой Алтайске, да? Да, это Новоегорьевск, это все наши районы. Просто Новоалтайск у вас попался в тот. Это мы только за это вот с понедельника столько объехали. Кто-то из администрации вам нужен? Из нашей администрации кто-то вам нужен? Из руководства? Так, сейчас нужно мне вот это вот, посмотрите, пожалуйста, крупно заполнить название села, Алтайский край, подпись, расшифровка, счастливая печать, больше ничего нет. Как только я в папку положу это все, буду обладать или всего того, что на столе лежит. А я кратко начну сейчас давать аннотацию на книге. Вопрос задали, вы не расслышали. Так, какой вопрос, я не слышу. А кто-то из руководства вам нужен из нашего? Все нужны, кто только может. Нет, ну допустим, вот я сейчас директор библиотеки, кто-то из руководства, из администрации. Если они рядом, мы только ждать не можем. Если они рядом, кого только можете собереть. Обычно библиотекари всех собирают. Вот мы сейчас где были, там в Бурле, да? Вот. Ну хорошо, я могу председателю. Они буквально всех собрали, кто там у них только был. Я перед ними тогда выступил, рассказал.